Уважаемые жители города, приглашаю вас на встречу главы города с жителями, которая состоится в Доме культуры имени Ленина 21 декабря в 18 часов. Тема встречи – комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе Красноармейск в 2017 году. Готовьте свои предложения, вопросы. Буду рад вас видеть. Мы в готовности обсудить с вами все вопросы, касающиеся комплексного благоустройства дворовых территорий. Приходите.